И всем здорово, ребят! Чего я с таким тоном говорю, я не знаю. И всем привет, ребят, с вами Кассидер Кот, и добро пожаловать на новый видеоролик. И сегодня, ребята, у нас с вами Doors. По-моему, будет Bad. Версия 2. Это не от оригинальных разработчиков будет Bad, а от других разработчиков. В общем, это, по идее, другие разработчики издавали клон на раз будет Bad, ну, типа, версия 2, короче, более-менее, то есть, лучше. Вот. Я настолько хороший, что разработчик даже не догадался сделать так, чтобы в магазин можно было легко зайти. В смысле, вот первое лицо, если есть, и я сейчас от первого лица уйти не могу. И мышка, вот, я не могу дотянуться до магазина. Я пробую сейчас использовать баг, и опа, баг работает. Баг работает. Витамины. Сколько стоит кнопс? Так и не написано, конечно, ладно. Ага, видишь? Есть баги с тенью. Ох, ё-моё. Офигеть. Окей. Но всё-таки в версии первой музыка была получше. Но здесь уже, кстати, есть картина. Насчет звонка, звонок здесь баганый немножечко. И дальше ключ. Но ключ здесь уже более-менее как-то получше. И двери тоже. Погоди, шкаф? Наверное, да? Господи! Это как, погодите, это как понимать? Это что сейчас было? Он как бешеный пролетел, ребят. Окей. Допустим. Надо, что я по сердцу не стукнул. А чё, в смысле, знает, кто-то бежит? Блядь! Бегут! Дверь, открывайтесь! Охренеть, он быстрый! Ой, ёб твою мать! Где он? Что? Что здесь с вами происходит, объясните? Так, ну снова здесь надо вот эти вот всякие старые там, да? Погнали к листочку, в общем. Что там у нас? Хексагон, стар и блок. Ромбус, ромбус, ромбус. Ромбус, ромбус, ромбус. Бля, этот... Охренеть! Он пока... А что? Сейчас мы быстро... Восьмерка. Все, ливай, ливай, ливай. Да, ребят, мы прошли. Что, он здесь появится? Ой, 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 ой. Сюда, сюда, сюда. Ох, ёб твою мать. Эпично, эпично, окей. Дальше. Четвертый раз, да? Пиздец, пятый раз еще будет, наверное, да? Серьезно, пятый? Шестой, может, еще будешь, да, блядь? Кого? Еще и седьмой, да, скажи? Седьмого не бывает уже. Опа, она... По-видимому, есть. И где? Но здесь показано, что он должен быть. Вот так. И он даже выглядит даже очень прикольно. А здесь. Смотрю на тебя, смотрю. Ты что было? Немножко так испугался. Что это? Так, беги нахер лучше. Как это? Они уже этого даже добавили. Так, я сюда пошел, я значит сюда пойду. Ключ возьмем. Он сюда не пойдет? Вроде бы не пошел. Он там снизу, да. Где он? Пропал? Ладно. Сюда. Мы типа открыли. Сейчас мы должны выбраться сюда. Быстро, быстро. Раз, это два. Опа. Ждем. Ладно. Второй раз, погнали. Видимо, я что-то не так сделал, либо что-то подзабыл немножко, да? Окей. А, починить что теперь? Ну все, по идее, починил. Верно, и починил же. Ну-ка, 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 погнали. О, все, ребята. Где наш монстрик? Иди сюда. Где он? Ну,
Ладно, мы просто поехали без монстра, и это все. Вообще, ребята, обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на канал, и с вами был, как всегда, Рукот. И мы с вами прошли эту игру. Немножко было странно, мы очень быстро закончили. Ну, то есть, очень быстро закончилась игра. Очень рад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Рукот. Всем удачи и покеда!